Не извините, бармен. Мы чокнутые, но ничего, для нас это норма. Извините. Офигеть. Прикинь. Я такой, фига себе. Что вам? Повторите, пожалуйста. Повторить что? Ну ты даешь. Миддлтон. Я вообще молодец. А Кей-Дога там видел? Не, он где-то карму чистит. Не слышали? Нет, я не слышала. Мне бы самой карму почистить. Вам Бушмиллс? Нет, мне Миддлтон. Миддлтон! Спасибо. Нет проблем. Что это значит? Это значит, нет проблем? Да, ясен пень в том, что ты налил мне виски, за которые я отдал космические бабки. Проблем нет. Часть этих бабок идет на твою зарплату, чтобы ты снимал квартиру и сидел в своем хуитере, еблограмме и сракобуке. Правильный ответ на мое спасибо – это не нет проблем. Это, к примеру, пожалуйста, а то и к вашим услугам. Услугам? Нет проблем подразумевает, что обслужить клиента за его деньги для тебя проблема. А если это проблема, то проблема, блядь, в тебе. Сэр. Если вы будете неподобающе выражаться... Нормально я выражаюсь. Просто веду себя как мудила. А вот ты, скорее, пиздюк. Ясно. В мое время мы не говорили «неподобающе». Мы говорили «да, сэр» и «нет, мэм». Или «не за что». Мы чистили соседям снег и открывали дверь женщинам. И не считали, что все относительно. Мы считали, что принципы — это важно. Воспитание — это важно. И нормально делать свое дело, блядь, это важно. Я полицию вызову. Да вызывай, никто не приедет. Ты не врубаешься. Мы сами по себе. Это скрывается, чтобы мы бунтовать не начали. А по сути, они просто строят дома повыше, да стены потолще. А мы тут тонем в ебаном наводнении. Идем, Билл. А ты, блядь, откуда? Все, на выход. Мы сами по себе. Это скрывается, чтобы мы бунтовать не начали. А по сути, они просто строят дома повыше, да стены потолще. А мы тут тонем в ебаном наводнении. Это тебе. Нет проблем.